Мы почти не дамы, господа. В очередной раз в доме свой. Дегустируем очередной ром. С очередной сигарой. Сигара, кстати. И сигара, и ром, опять же, для меня новинки. Ну, помолясь, начнем с рому. Всем известная закапа. Но сегодня не банальная 23-летка, сегодня новая, только дьюти-фришный релиз, двенашечка. Как пишут, может обмануть, бог его знает. Лично создана Лорена Васкес, мастер-блендер закапы. Делала как для себя. Солера. Опять же, может, не врут. Выдержка от 4 до 12 лет, высокогорье, бурбонные бочки, хрюму, ну и... Итак, закапа Эмбер, двенашечка. Закапа Эмбер, двенашка. Будем пробовать красоту сию. Ах, закапу. Ну что, про закап уже давно все сказано. Все знают, все пили. Но новая закапа, а цвет-то какой, а? Вот не верю я, что закапа ничего не красит, но тут прям натура. Натуральный такой, слегка темно-соломенный. Ну да, такой янтарный даже в какой-то мере. Ну, Гватемала, опять же, высокогорье, ой, там легенд много про закапу, но все время придется сравнивать с 23-леткой и с XO. Чего еще пили-то? Пятнашку я уже и не помню, пятнашку они сняли уж, да давно сняли с производства, давно я не пил. Ну, нос. Ну, закаповские тона есть. Карамелька, ваниль. Единственное, этот свежее. Тут есть некоторая тростниковая свежесть по сравнению с 23-леткой. Там вообще этого ничего нет. Там сладость перешибает все, что угодно. Чай. Зеленый чай. Вот режь меня. У нас у зеленый чай. Занятно. Но сейчас закурим. Сигара, опять же, очень интересная штука. Это обновленная Ла Барба. Они сняли, специально спросил, старую красную фиолетовую серию. Красную вообще убрали? А фиолетовую сделали новую мешку. Поменяли немного мешку. Ну и выпустили с немного другой этикеточкой. Бантик таки стал более винтажный, что ли. По приколисти. Очень милые ребята, кстати, опять же. Воспоминания с IPCPR. Отдельный фильм про IPCPR скоро будет. Надеюсь. Фильм тот еще из меня-то, но... Мои впечатления от IPCPR. Ходил, снимал все подряд. Бухтел, что Бог на душу положит. Как чукча. Что вижу, о том и пою. Так и пел. Но наснимал там эдак на часок-то точно. Может, кому будет интересно. Новинки ни одной не пропустил. 3 дня шарахался. Ну, как что получилось уж. Что Бог дал, то Бог дал. Говорю еще раз. С меня оператор тот еще. Опять же, куча благодарностей Максиму, Аннушке,
компании Total Flame. Без них никакой IPCPR не случилось бы. А так, очень недурственно провел время в Вегасе. В прекрасной компании. Окей. Нюхать нанюхали. Я бы сказал, еще к зеленому чаю, карамели и ванили. Легкий ароматец кураги, как по мне. Ну, будем пробовать. Будем. Ну, для начала. На порядок. Да какой это порядок? На кучу порядков. Суши. Тоже 23-летки XO. Абсолютно не похож на них. В аромате что-то есть общее. Во вкусе. Господи, за капа сделал сухой ром. Я вас умоляю. Это интересно. Имбирек. Да. Обжигающий имбирь. Ваниль. Ну, куда же без нее. Карамель чувствуется. Добавляют. Ну, без... Нет той навязчивости, которая присутствует в том же 23-м и в XO карамельной. Слушай, очень занятная штука-то. Я уже не знаю, сколько лет. 12 лет, ну, как обычно, 2 капли на бочку. Ну, 4. От 4 до 12, ну... Выдержку пес угадаешь. Ну, к псу и ректально все эти угадывания. Мы по-сиротски так и так. На собственный рецептор. Совершенно приятно. Я вообще имбирь люблю. Имбирная острота доставляет такая пикантность некоторая в роме. По сигаре. Блин. Ля Барба. Молодая контора. В Штатах торгует небезызвестный Кадвелл. Роберт Кадвелл. Дистрибьюция его. Кстати, этот же Кадвелл сейчас занимается дистрибьюцией Room 101. Хотя на выставке прикольно. Было 2 стенда. 3, вру, у Кадвелла аж 3 стенда. Ля Барба стояла в стенде у Кадвелла. Отдельный стендик был. Какой-то основной упор был на новую с оранжевой этикеткой. Не помню название. Ну, кому надо, тот фильм посмотрит. Смонтируем там, ой... Там сам черт ноги поломает. И отдельный стенд Room 101, Мэтт, как муха летал. Я к нему раза 4 приходил, говорю, давай это тык-мык, что-нибудь вот. Интервью Фураша. Не-не-не-не-не-не. Он говорит, давай. Но тут подходит народ, и чувак, ну... Кто я? Люди деньги зарабатывают, у них контракты, они там эти миллионами сигары торгуют. И как-то, ну, не срослось. Но очень приятный дядечка. Ля Барбу делают 2 молодых парня. Мешки свои, сами все делают, сами мешают. Такой несколько крафтовый, блин, не люблю это слово, но по-другому уже привык. Проектик. Но надо отдать должное, очень недурственно. Древесно-ореховый, с упором на ореховый вкус. Приятно, черт побери.
очень приятно. Хорошая сигара. Очень хорошая. Но опять же, халява, сэр. Презент от хозяев Ля Барбы на APCPR. Сигары, кстати, не раздают нифига. Я помню, в давние времена, кому не подойдешь, тебе прям на родной мешок. Кури. А тут хуй, и как-то с одной буквы непривычно, а с другого так и должно быть. Но иногда вот с этими пришел, поговорил насчет мешки. Я говорю, а что это вы банты сменили? Они меня еще разжевали. Сказать, новая мешка, хрюму. Пробовал, я говорю, нет. Старая, я говорю, да, курил, и красный, фиолетовый. С огромным удовольствием. Говорит, ну на, покури нашу новую мешку. Спасибо, дорогой ты мой. Спасибо вот от души. Много воспоминаний осталось от PCPR. Но опять же, смонтируем фильм. Будет чего рассказать на его основе. По барам прошарахался, попробовал два досель неизвестных мне рома, которые я не пил, прям там в Штатах попил, приволок кучу всего, так что дегустировать есть чего, знакомиться есть с чем. Слушай, один ром приволок, обалдел, в магазин зашел, увидел, по полкам шарахался. С телегой закатился такой, знаешь, грузи к кассе. Но как увидел этикетку, аж подпрыгнул. Схватил и больше не отпускал, даже в телегу не ставил. Ром называется визгун в переводе. А на этикетке летучий поросенок, блин. Привет, Drew Estate. Кстати, на выставке попил, в смысле на APCPR, опять же, был такой огромный стенд, безумный у Drew Estate. И он представлял свои два рома, виски, блендированный какой-то, и какую-то султыгу, которую я вообще не понял, что это. Мне рассказывали, но понять, что это, я не понял. Рому попил, попробовал его рому, они там разливали коктейли на основе его ромового виски. Но рома виски попробовал, попросил, в чистом виде налили. Вспомнить не на что, нечего. Один калифорнийский, а второй пуэрториканский. Про Калифорнию они мне ничего не сказали, а Пуэрто-Рико они спирты закупают на заводе, господи, Бакарди. У Бакарди закупают чистый спирт, где-то выдерживают, Дрю фантазия богатая, и разливают. Смешной, легкий, ненавязчивый, вспомнить особо нечего. По сравнению с этой закапой, я вас умоляю, это Рома Drew Estate делает вот прям вот, бздынь на раз. Ох. Слушай, постоял. Аромат зеленого чая прям даже и усилился, я бы сказал. На второй план отошла ванилька. Тут свежесть тростника и аромат зеленого чая. Приятная штука, приятная. Красиво, черт побери. Вот люблю ром, зараза. Вот бутылку открываешь, никогда не пил. Новый мир. В новый океан ныряешь. И хрен что там, акула ждет или какой-нибудь рыба-попугай. Бог его знает. Барракуда, может, какая-то просвистит перед мордой. Так и ром, вот морской напиток. Вот реально морской. Бутылку открыл, никогда не пил, как хава, нырнул и поплыл. А ты девайся. Что-нибудь новенькое зацепишь. Приятно, черт побери, люблю. Кстати, кто соберется в Вегас, дам пару адресов баров. Именно ромовых баров. Баров-то таки много. В Вегасе уж чего-чего, а баров таки много. Но в этот раз набрел на пару именно ромовых баров. Один тики такой. Девахи, ой. Реально в этих в юбках
солома, не солома, но смотрятся классно такие эти. С кокосами на груди, бог, прикольно. А второй не такой академичный, правильный бар, штатовский. Рожи бородатые, устойки, все красиво. Но выбор ромы, слушай, даже вот клуб свой, я думаю, перебьют. Хотя черт его знает, может просто здесь свои больше сотни, там свои, ну тоже больше сотни, я так думаю, выбор не детский. Ну окей, закруглим про новую закапу. Будете в Duty Free, берите, не ошибетесь. Очень приятная штука. Цена, кстати, копеечная. Литровые бутылки, опять же. Но это очень мило. Я далеко не фанат закапы, не 23-летний. Иксо люблю, люблю. Но вот, как по мне, да, иксошка будет на первом месте. На второе место из этих трех я поставлю вот эту двенашечку. Сухая закапа. Или сухой закапа. Рома сухой. Он сухой. А 23-летка все-таки поставлю на ниже. На позицию пониже, чем этот. Этот гораздо более питкий. Вот что-что, а этот можно... Закапан 23-летний, я много, да никогда не стремился его много выпить, но он приторный, зараза, вот этим своим карамельно-медовым вкусом он грузит до такой степени, что его много и не выпьешь. А вот эту двенашечку можно пить и наслаждаться. Чем мы и займемся? Welcome, дамы и господа, welcome. Заглядывайте, лайки и перепосты приветствуются.